Большая проходимость, вместительный салон и все необходимое оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Автомобили скорой медицинской помощи ульяновского производства скоро поступят в большинство регионов страны. С производством машин ознакомился губернатор. Компания «Автодом» получила большой заказ от Федерального министерства промышленности и торговли. Совместно с компанией «Ford Solers Елабуга» и ульяновским автомобильным заводом необходимо изготовить 653 машин на базе шасси «Ford Transit» и 132 на базе «УАЗ Профи». Очень здорово, большое чувство гордости за тех людей, которые все это делают, и за нашу страну. Все автомобили поступят к получателям до конца июня. На площадке трудится 150 сотрудников. Все профилактические меры соблюдаются. Мы работаем практически в полном составе, потому как очень большая загруженность и со срочностью производства машин скорой помощи для поставки в регионы. К работе приступили и на других промышленных площадках региона. Везде соблюдаются санитарные нормы. Обязательно замер температуры у работников, ношение масок и перчаток, дезинфекция рук. На заводе «Металлоконструкция» работа идет полным ходом, а производительность за первый квартал выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. В какой-то степени это нам сыграло на руку. То есть некоторые предприятия не работают, в том числе и конкуренты, и за границей. Тоже предприятия стоят, и, соответственно, у нас как бы заказов сейчас достаточно много. Вот. Посмотрим, что будет дальше, но в ближайший квартал у нас как бы все по плану. В целом, объемы производства продукции на других заводах все же сократились. Производители стараются использовать это время на благо, например, на оптимизацию мощностей и закупку нового оборудования. Как это делают на заводе по производству пластмассовых изделий «Улпласт». Работаем сейчас в режиме 25% ВВД, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, проводим все мероприятия. И самое главное, и самое важное, что персонал положительно относится ко всем этим действиям, с пониманием относится и готовы соблюсти все необходимые мероприятия. Все требования безопасности соблюдает и на ульяновской площадке компании «Исузу». Завод работает в две смены. В настоящий момент на предприятии присутствует около 36% сотрудников, но они разведены таким образом, и так графики сделаны, чтобы действительно на рабочих местах одновременно на производстве было не больше 25% прямого персонала. На всех производствах соблюдается социальная дистанция между работниками, а за работой промплощадок следят контрольные группы. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.